Здравствуйте, уважаемые садоводы! Яблоня – прекрасная плодоносная культура, способная приносить богатые урожаи и не требующая трудоемкого ухода. Существует множество ее сортов, и все они не особо прихотливы. К мероприятиям по уходу за яблонями приступают после того, как температура на улице поднимется выше 0 градусов. Обычно в это время еще лежит снег, но деревья уже начали просыпаться от зимней спячки, и в них начали активизироваться ростовые процессы. Первое, что нужно сделать весной, это провести оттаптывание приствольных кругов. Осуществлять обрезку нужно ранней весной до начала набухания почек. На предмет повреждений стоит осмотреть и ствол яблони. В процессе обрезки удаляют все ветки, растущие внутрь кроны, а также ветки, возраст которых составляет от года до 2 лет. При обрезке ни в коем случае нельзя удалять ветки, расположенные ближе к поверхности земли, а также расположенные в среднем ярусе. На них обычно располагается основная масса урожая. В марте, когда солнце уже начинает пригревать, необходимо провести побелку стволов. Это поможет избежать солнечных ожогов коры. В побелке особенно нуждаются молодые деревья. Для этого их от основания ствола и до скелетных ветвей окрашивают акриловой краской на водной основе. Она надежно защищает ствол и довольно долго держится на коре. А вот подвергать побелке не стоит яблони, чей возраст перевалил за 15 лет. Их кора уже настолько огрубела, что не подвержена воздействию солнечных лучей. Также очень тщательно осматриваем ствол дерева. Если там имеются повреждения коры, вызванные деятельностью грызунов, то их необходимо замазать садовым варом. А вот мох и лишайники снимают деревянным скребком. Зачастую это место зимовки вредных насекомых, поэтому не стоит оставлять без внимания. В весенний период также очень важно провести обработку яблонь от вредителей. Начинать ее следует сразу после появления первых проталин в приствольном круге. Необходимо провести опрыскивание деревьев препаратами от вредителей и болезней. Первая обработка производится в марте бордоской жидкостью, а вторая приходится на момент распускания почек. Обычно температура воздуха в этот момент составляет уже около 13 градусов. Для уничтожения вредителей можно использовать следующие препараты: Фуфанон, Искра, Актара и Актелик. Для борьбы с болезнями рекомендуется использовать такие средства, как Хорос и Бордоская смесь. Весенняя подкормка в апреле необходима деревьям для роста и выработки иммунитета к болезням и вредителям, а также для отличного плодоношения. Для адекватного количества питательных веществ необходимо взять любые доступные азотосодержащие удобрения. Например, 5-6 ведер перегноя, либо полулитровую банку мочевины. В самом начале цветения, особенно при угнетении развития кроны, необходимо внести комплексное удобрение. Например, на 10-литровое ведро навоза взять 300 граммов сульфата калия, 1 кг суперфосфата и развести в 50-литровой бочке воды. Затем настоять раствор неделю. 50 литров раствора идет в расчете на одну яблоню. Также при формировании завязей для улучшения плодоношения необходимо удалять центральную завязь из каждого пучка. Следуйте советам и делитесь своими результатами в комментариях, а также не забудьте заглянуть в описание под видео, там вы найдете ссылочки на лучшие садоводческие интернет-магазины. Всего вам доброго!